Коллеги, добрый день. Начинаем программу Форекс. Вячеслав Бобров Кемерово. С нами Вячеслав Бобров. Добрый день. Здравствуйте. Да. Какие планы, какое видение на сегодня, на следующую неделю по рынку? Мы готовы слушать и записывать. Давайте посмотрим. Традиционно евро, доллар. Давайте. Пуганул всех с начала недели евро хорошо. Не успокоились на этом. Вообще по классике, как оно считается, дек перекрыт. То есть идем в направлении перекрытия до верхней границы. Что-то мне такое предчувствие, что мы далеко вверх не пойдем. Скорее всего, вот в этом вот диапазончике, вот в этом дек, мы какое-то время и походим. Удлинят нас. И будут поджимать недалеко вверх без обновления максимума, недалеко вниз, в смысле вот этих вот максимумов, недалеко вниз без обновления вот этого. И кому интересно, возможно, здесь треугольничек нарисовать, вполне складывается в картинку. Поэтому я пока не в приоритете, у меня евро. Я буду смотреть, куда вот все-таки цена у нас выскочит. Или 1.14. Выскакиваем и продолжаем там до 1.22 или соответственно пробьем вниз 1.08, 1.1 и продолжение глобального снижения. Глобально, естественно, никто не отменял, пока идем вниз. Так и мы торгуемся. С учетом лета, что большие деньги на каникулы, все тоже отдыхают. Не думаю, что направленное движение какое-то, тренд пойдет в какую-то сторону. Понемногу там 200-300 пунктов, если повезет, брать и выскакивать. Нет у меня глобального. На сегодня показало повышение евро. В течение дня недалеко. 1.1150, думаю. На этом мы успокоимся. Тут осталось 40 пунктов. Это на сегодня. Алло, слышно меня, Игорь? Игорь, слышно? Хорошо. Хорошо. Угу. Давайте фунт посмотрим. Фунт. Подошли к середине. Две недели назад говорил, что здесь, возможно, отбой произошел. Пробоину мы пробили, закрепились. Возможно, снижение. Возможно, рывочек. Отбоем. Далеко цели нету. Пока вот этот райончик 1.53, 1.54.50. Мне бы интересно было бы посмотреть, как и ранее говорил, это вот место 1.58. И здесь уже попробовать припродать. С той же целью 1.54.50. Здесь порядка 350 пунктов, можно их приглядеть. Таким случаем. Перелом рынка глобально только выше 1.58, не ранее. Сейчас, соответственно, в этом месте я посмотрю и, возможно, набор дальнейшего. Что касается фунта. Сегодня я бы не покупал бы, не продавал бы. Давайте австралиец взглянем. У нас предпринимается попытка пробоя долгосрока. В догонку я не бросаюсь, только по факту. Успеем заскочить в рынок. Пробиваем, закрепляемся. Отбой, откат, цель 0.7. Долгосрок. Новозеландец. У меня вчера позиция закрылась, долгосрочная. Взял неплохо движение. Пока не участвуем. Единственное, вот это вот местечко можно приглядеть. И продолжение снижения. 0.68, 0.68.70. Что-то звук теряется, исчезает. Игорь, алло.
Вячеслав, слышим хорошо. Слышим хорошо. Понял. Что еще посмотрим? Олеги, что хотите услышать? Ну странно, российский. Что, доллар франк? Доллар франк, давайте глянем. Давайте. Прошлая неделя. У нас неплохо отработала прогноз прошлой недели. Четко мы подошли к этому месту, четко отбились, четко отработали. Сегодня у нас на продаже показало в начале недели. Посмотрим, что там с индексом доллара, чем закончится, чем завершится неделя. Ну вот этот вот моментик мне интересен на покупку. Пока сигнальчика нету, потому что вчера на снижение показало. Тем не менее, я смотрю вот этот вот местечек на покупку продолжение. Ближайшее, понятно, вот это. Дальше выскакиваем. Ну, продолжение повышения. Место прям стоит сейчас, здесь и сейчас, как говорится. Понятненько. Возможно, вот сюда вот еще будет рывочек. В этом местечке я приближу. Прямо здесь. 0.93.60. 0.93.80. Дальнейшее повышение. Продажи, понятно, только ниже 0.92. Не ранее. Что еще? Коллеги, какие еще интересуют пары? Пока все на эту недельку, да? Ясненько, Вячеслав, спасибо огромное. Австралиец звучал уже, Виктор, австралиец уже у нас был. Австралиец сейчас не покупаем, не продаем на текущий момент прям. Ждем пробой, закрепление уверенного. Там лучше потерять 2-3 дня, чтобы произошло закрепление, естественно, загонки не бросаться. Рывочек вверх, а отбой будет сигнальчик, когда становимся долгосрочным. Цель озвучена. Вячеслав, давайте остановим трансляцию. Вот. И у меня вопрос такой. Ага, остановить трансляцию. Какие-то глобальные идеи вам видятся, например, глобальное ослабление доллара или глобальное усиление иены, как вот некоторые вчера озвучивали эти идеи? Усиление иены глобальное? Нет, глобально пока усиление не вижу. Сейчас я как раз гляну. То есть мы с вами работаем по рынку, да? Как бы. Да, естественно, будет перелом, будет разворот, чревато этой макушкой. Хватать он, знаю, много по новозеландцу, он падает, все, люди откупают. И, ну, так же будет по евро, теряют депозиты. Даже по месячным показывает на снижение. Ну, даже если по месячным, ниже 115 я готов продавать, не ранее. Это что касается глобально. Не ранее глобально продавать там на какой-то долгосрок и нишу. Не ранее 115. Понятно. Пока 115 я на долгосрок продать не готов. Я понял. Все понял вас. Ясненько. Спасибо. Да. Ну, раз поскольку вопросов нет на сегодня, спасибо большое, хороших вам выходных, хорошо отдохнуть. Всем удачи. До свидания.